Я обратил внимание на вот эти три слова в названии фильма «Пошаговое освоение движений». Причем первым падает в заставке слово «освоение», да, «освоение движений». Вот насколько эта ясность чувств, которую нам стараются донести герои фильма, ясность действий, что она делает, да, такое осознанное очень действие, превращается в очень конкретные, четкие, наполненные этими чувствами и знаниями движения. Пошаговое. Вот на этом хочется поближе остановиться. Вызывает великую благодарность то, как этот режиссер-постановщик действительно вот взяв за руку, ведет. Ну вот, например, начинается все с игры. Да? По сути же, какой замечательный навык обретается. Даже вот уже глядя, это чувствуется. То есть сказочный персонаж сосулька как бы знакомит каждого будущего исполнителя роли с тем, как важно встречаться, действовать. Причем это такой урок единения в действии. Вот для чего он сделан.